Всем привет! И снова готовим вкусный компотик. Компотик, что значит в кавычках, ликер. В этот раз у меня с ананаса, у меня довольно крупный ананас. Получилось две бутылочки. Очень вкусный, даже он немножко уже надпили. Цвет очень красивый, такой желтый, приятный. Ну что, пойдем готовить. Берем один крупный ананас, мягкий желательно. Режем его на такие большие кусочки со шкуркой, со всем остальным, кроме хвостика. Засыпаем стаканом сахара и оставляем на ночь, для того, чтобы ананас наш пустил сок. Ананас наш довели до кипения, немножко остудили. И теперь вот эту жидкость нужно процедить через марлечку. Мы процедили наш ананасовый сок, вот видно или не видно. Теперь наливаем в бутылочку где-то до половины. Он у нас уже остывший, а водкой будем уже регулировать, что нам нужно больше, меньше. Вы, наверное, подумали, у нее столько бутылок, столько делает, наверное, алкоголичка еще та. На самом деле, я вообще даже не пью. Просто мне нравится сам процесс изготовления вот этого всего. А бутылки стоит просто по соседям прошвырнуться. И можно найти все, что угодно. И зеркало машины. Вот он такого красивого цвета получается. Не знаю, камера, наверное, сильно не передает. И машины на гусеницах.